прошлом у него три войны, но в настоящем оптимизм, жизнерадостность, любящие дети и внуки. Накануне самого главного для нашей страны праздника ветеранов традиционно поздравляют глава города Чебоксары и депутаты городского собрания. Вместе с ними в гостях у героя войны побывала наша съемочная группа. Война в его жизни началась намного раньше 1941 года. Алексей Яковлев родился в крестьянской семье в марте неспокойного 1919-го, в разгар гражданской войны. 18 лет его призвали в армию, на дворе шел 1938 год. А в 1939-м началась советско-финская война. В 1941 году его полк отправили во Львов. В 4 часа утра на мирные города посыпались вражеские бомбы. Началась Великая Отечественная. Досталось крепко, солдат. Досталось крепко. 4 раза ранены, 2 раза контуженные. В 41 году под бревнами голова попала. Это плечо у меня, это ключица поломана на 3 сантиметра короче. 3,5 месяца лежал в Ташкенте. Алексей Алексеевич говорит, воспоминаний много, и плохих, и хороших. Под Сталинградом сам маршал Жуков подарил ему кусочек мыла, которое было в таком дефиците на фронте. А еще он видел, как пленили немецкого военачальника Паулюса. Но больше всего в душу запал День Победы. Победу одержали мы 8 мая, потому что в то время в Москве 9 мая было. Солнышко ведь заходит позже на Западе, чем в Москве. И вот победу надо считать две даты победе. Конечно, очень было весело. Это плакали мы. Прямо слезы ручьем текли. Впрочем, радоваться пришлось недолго. В июле 45-го через всю страну войска переправили на Дальний Восток, чтобы ликвидировать Квантунскую армию японцев. Поэтому для Алексея Алексеевича война закончилась только в 46-м году. Кроме воспоминаний ранений с фронта, он привез 2 ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны, медаль за отвагу и 2 медали за боевые заслуги. Такой бравый солдат и в 95 лет даст фору многим. Воистину воскрес! Воистину воскрес. Александр, мы с тобой проиграли. Да. Герой войны поблагодарил за подарки и за то, что старого солдата не забывают, и пообещал на параде маршировать в первых рядах. Ольга Пырочкина, Антон Вовка, Республика.